Всем привет! Меня зовут Сергей Малоземов. Наверняка многие из вас любят пирожки с картошкой, но иногда так не хочется возиться с тестом, долго их выпекать. Сегодня мы предлагаем вам быстрый и менее калорийный рецепт домашних пирожков. К отваренному картофелю влить молоко, измельчить до состояния пюре. Добавить сыр, перемешать. Всыпать сушеный тимьян, паприку. Поперчить, посолить. Добавить зелень. Взять круглый лаваш, на одну половину выложить картофельную начинку. Сложить пополам, разрезать. Сковородку смазать маслом, обжарить пирожки с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на тарелку, подавать можно со сметаной. Конечно, по форме они на пирожки совсем не похожи, но зато на вкус это что-то удивительное. Вы можете экспериментировать с начинкой, добавить вареную курицу, грибы или любые овощи. Фантазируйте! Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, ссылки вы найдете в описании. И делитесь в комментариях, какие рецепты хотели бы увидеть в следующий раз.